Добрый день, дорогие друзья. Экономика России на примере Владикавказа. Ноябрь 19 года. Вот в этом месте 2 года просуществовал хлебобулочный магазин. И он закрылся, потому что хозяйка, работавшая бессменно, одна, не смогла зарабатывать на жизнь. Даже хлебом и хлебобулочными изделиями. И второй пример я хотел бы тоже привести. Это в центре города Владикавказа, рядом с университетом. Долгое время, около 10 лет, просуществовал хороший спортивный магазин «Джой». И он тоже закрылся. И это рядом с университетом. Молодежное место, казалось бы. Вот такие 2 примера, которые говорят о том, что экономика в России сегодня не на подъеме. Далеко не на подъеме.